Давай, там. А где ты уже? Вместе с ними. Там? Beginilah kehidupan sehari-hari yang harus dihadapi angkatan bersenjata Ukraina selama operasi militer Khusus. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 3 Oktober 2022. Kerugian yang dialami beberapa pekan lalu dan serangan baru Rusia yang kali ini lagi-lagi tepat mengenai sasaran membuat mereka semakin drop. Mereka selalu melakukan negosiasi dan sama-sama saling merangkul. Namun juga tampak dalam rekaman mereka sangat kesulitan dalam menghadapi serangan pasukan Rusia. Ditambah lagi saat salah satu rekan mereka terluka, mereka sangat kewalahan. Две машины. Мой мэрс нахуй, садите, блядь. Харьков госпиталь. Давай, блядь, парашют. Давайте быстрее. Ложись. Ахилл, какой надо вести? МВД или, блядь? Он, нет, нахуй, висковый госпиталь. Давайте, взяли нахуй. Все, ты как сюда? Мои все здесь. А что у тебя еще на? Грыть, сиди, давай. Здраво, давай. Гранату. Давай, там. А где ты уже? Вместе с ними. Там? Ладно, давай. Давай, давай, вместе с ними. Автомат образца. Ты куда? Вот сюда. Смотри. Туда, туда. Туда. Автомат. Давай сюда. Начал. Хай забирает с собой. Да он, у него рука раненая. По нормальному. Иди. Давай, давай. Хоть задышу. Вот, наши? Услышит, как прием. Белый на связи. Ахилл на связи, говори. Майк, Майк, Лома на прием. Челька возьмет 4 человека и вернется по тому пути, которому он отходит. Как приняли? Ахилл Филю, прием. Ты слышишь? Нет. У нас нет связи для того, чтобы ввести и посмотреть. Сука, блядь. Они говорят, что Реда положил. Не, они где-то там. Какого Реда? Гудова. Да? Хуй, наверное, не знаю. Мы были на шутке. Они пошли рожи. Вы потом можете. Вы с этим прибежали. Хуй знает, откуда оно стреляло. А Филь где? Там. Наши стреляли или нет? Что это? Батин? Можно еще в этом. Нету слов. Хорошо. Давайте приляжем. Что посмотрим? Нам тут с тыла не подошел никто. Еще раз. Моряк на связи. Моряк на связи. Повтори, ёбаный в рот. Повтори, пожалуйста, не услышал. Пусть снайпера бахнут птичку. Птичка? Где, блядь? Птичка летает. Снайпера бахнут. Аня, как слышишь, прием? А, вон две летают. Вон они. Где? Вон они. Плюс. Сука, я не вижу. Видишь, вон они. Ахилл моряку, повторяю. Пускай снайпера бахнут птичку, как понял. Плюс, сука. Это, наверное, обыкновенный птица, а где обыкновенный?
Rusia melaporkan secara total 310 pesawat Ukraina dan 155 helikopter, sebanyak 2.134 kendaraan udara tak berawak, 378 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi Khusus. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 60.110 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-221. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!